Как создать семью, как сохранить в ней на долгие годы любовь, взаимопонимание и заботу? Ответы на эти вопросы волокжане смогут получить у профессиональных психологов. В Вологде открылась Академия семьи. С направлениями ее работы познакомилась и Мария Поздеева. А это что такое? Правильно, молодцы, вы посмотрите, какие у нас дети замечательные. Они определили, что это грусть. Вам нравится это настроение, это состояние? Мне нравится. Грустить не будем. Залог счастливой семьи кроется в любви, доброте и откровенности. К сожалению, не все современные пары могут обрести эти нравственные качества самостоятельно. Отсюда ссоры, размолвки и в завершении расставания. Ведь сегодня число зарегистрированных браков всего в 1,5 раза превышает количество разводов. Как сохранить лад в семье, как воспитать ребенка в гармонии с окружающим миром, в этом помогут специалисты современного центра Академии семьи, открывшегося в Вологде. Такое учреждение единственное на Северо-Западе. К его открытию готовились несколько лет. Сначала организаторы запустили проект «Молодые ветра» – палаточный семейный лагерь, в котором при помощи тренингов обучали искусство семейного общения и взаимопонимания. Затем стали проводить различные форумы и семинары по формированию семейных ценностей. А уже сегодня в Вологде функционирует современный центр Академии семьи. Это результат партнерских отношений городской власти, бизнеса и общества. Ну, вообще Академия семьи – это центр, который целью своей содержит возрождение ценности семьи, семейных традиций, как основы нравственного здоровья общества. Потому что только в здоровой семье может вырасти гармоничная и творческая личность ребенка. А дети – это потенциал нашего будущего, нашего общества. Развитию личности в Вологде уделяется большое внимание. Для пожилых жителей города создан культурно-досуговый центр «Забота». Инициативных молодых вологжан ждут в молодежном центре «Горком 35». Самое сокровенное и важное, что есть в мире, семью помогут сохранить в Академии семьи. Этим будут заниматься профессиональные психологи центра. Работать он будет по авторскому методу доктора психологических наук Ирины Давыдовой. Это эстет-психотерапевтический метод. Он выстроен на гармоничном подходе к человеку. Для этого подготовлен целый восстановительный комплекс, включающий в себя диагностику, массаж, литотерапию, работу с цветом и ароматом. Одним из самых уникальных способов разгрузки является имидж-терапия. Нам предлагаем примерить вот эти головные уборы, да, и найти свой образ, какой женщина хотела бы быть. Большое внимание в Академии семьи уделено и гармоничному бескризисному развитию ребенка. Для маленьких вологжан открыта детская психоэкологическая студия. Психологи считают, в занятиях для детей желательно присутствие их родителей. Ребенку это поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, а взрослому больше узнать о своем чаде. Сегодня здесь побывал мой ребенок, и его такие ощущения, не хочет уходить, спрашивает, могу я не ходить в садик и ходить сюда каждый день. Двери Академии семьи открыты для всех желающих. Центр располагается на Благовещенской, 23. Помимо детских занятий и бесед с психологами, здесь будут проходить и обучающие семинары. Практическую пользу от них смогут получить любые вологжане, независимо от возраста и рода деятельности. Ведь чтобы сотрудник полиции достойно охранял город, воспитатель в детском саду помогал детям развиваться, а врач оказывал качественную медицинскую помощь, необходимо, чтобы в их домах было все в порядке. Не случайно именно семью называют одним из самых главных творений природы. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда Портал.